Сегодня еду 17 апреля в метро, поднимаюсь со станции метро ВДНХ наверх. Как видите, в час пик, а народу фактически никого. И цифровые пропуска, вроде как система наладилась, начали проверять у избрано, у людей, не у всех подряд. Поэтому никаких очередей нету. Снять небольшое. Всем привет, друзья. Попробуем заснять такое небольшое, одним файлом, можно сказать, без особого монтажа. Что происходит вообще у нас в столице, наша родина. Ну, конечно же, друзья, видно, что народу практически никого нету. Очень мало людей. Гостиница «Космос» на заднем фоне. Так, сейчас попробую подойти вот к центральным воротам, входу в ВДНХ. Можно ли вообще туда пройти, на эту территорию? Выясним. В принципе, жизнь идет, бьет ключом. Единственное отличие, наверное, в советское время даже было побольше народу. И периодически попадаются полицейские. На машинах проезжает патрулирование. Вот только что проезжал вот здесь вот, не успел заснять. Вот здесь вот при входе на ВДНХ, возле арки недалеко, да, находится такая предупреждающая табличка. Временно закрыта для посещения территория выставки и парковая зона. Но мы сейчас попробуем все равно подойти поближе. Здесь видно патрулирование какое-то. Скорее всего, чоповцы. Подойдем все равно поближе. Вот центральная арка главного входа на ВДНХ. Там у нас Макдональдс был когда-то раньше. Ну, как бы мне люди встретились, сейчас сказали, то что в данный момент проход абсолютно везде все закрыто железными калитками. Короче, проход туда вообще невозможен, в парковую зону. И вот, друзья, на самой территории тоже, там наблюдая машину патрулирования ездит. В принципе, Макдональдс у нас работает, машина отпускает. Все чисто на вынос. Ну вот вход центральный здесь, вот видно то, что ребята приехали на велосипедах, курьеры, еду, обслуживание. То есть делается Яндекс.Еда, они тут берут спокойно и отправляют на заказ. Вот еще, кстати, занимаются спортом люди некоторые. Не все так плохо, кажется, на первый взгляд. Попадаются единичные такие вот люди, которые в первую очередь считают, что заботиться о своем здоровье надо с помощью спорта. Самоизоляция, самоизоляция, но хочется свежего воздуха, ребята. Реально не хватает. Погода такая не очень, конечно, снежочек чувствуется, сейчас пойдет прям. Трамвай вообще абсолютно пустой. Я скажу вам, конечно, очень заметно запустение. Никогда я еще не видел ВДНХ в таком виде, как сейчас. Обычно здесь бывают очень толпы туристов, иностранцев, китайцев. Сейчас этого, конечно, всего мы здесь не видим. Как видите, улицы пустынные. Насколько смог, настолько я немножечко прошелся и показал. В общем-то, туда вовнутрь, конечно, на территорию ВДНХ уже не пускают. Везде кордоны стоят. Не поддавайтесь паническим настроениям. И помните, главный страх – это в нашей голове. Еще хотел бы сказать, чтобы сохранять спокойствие, не читайте много новостей и другой негативной информации, касающейся происходящих событий в мире. Оградите себя, изолируйте себя от ненужного коронавируса, который преследует вас повсюду. Здесь коронавирус, там коронавирус, он везде практически. Как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. А еще, друзья, если на эту тему прекрасный анекдот. Иося, дети говорят, не болеют коронавирусом. Что ты на это скажешь? Все очень просто. Дети не читают новостей. Поэтому, друзья, меньше негативной информации, и у вас однозначно настроение и здоровье прибавятся. Я уверен в этом на все 100. Поболеть раз в год не грех. Грех каркать со всех утюгов, что все мы скоро заболеем. Карантин приносит и свою пользу. Меньше авиакатастроф, автомобильных аварий и венерических заболеваний. Ну и природа, конечно, немножко очистится. Все-таки воздух становится чище. Ну а так, всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких.